Друзья, по всему городу СГК проводит капитальные текущие ремонты труб и тепловых узлов теплосетей. Всего по городу 12 объектов, где заменяются большие участки магистральных теплосетей. Кроме них, в городе устраняют новые обнаруженные порывы. Мы принимаем участие в программе СГК по организации общественного контроля и освещения хода ремонта теплосетей города. Нам помогают другие общественники. Так, Алексей Сергеевич Басалаев сообщил нам о ремонте по адресу Автогенная и предоставил фотографию и видеозапись, что там ремонтные работы труб закончены, но дорожное покрытие не восстановлено. Мы связались с СГК и выяснили, что здесь выполнение восстановительного ремонта дорожного полотна запланировано до 19 августа. То есть подрядчики, у которых заключен договор с СГК, обязаны выполнить качественный ремонт до 19 августа. А нам важно проконтролировать, чтобы ремонт был действительно сделан качественно. Мы благодарим Алексея Сергеевича Басалаева за активную жизненную позицию и договорились, что мы после 19 августа совместно посмотрим и сделаем видеосюжет о качестве восстановительного ремонта и благоустройства. Друзья, наш город – это наш общий дом, в котором нам важно навести порядок и совместно контролировать качество выполнения работ и благоустройства. Если вы видите провал асфальта вблизи теплотрасс, плохое благоустройство или некачественный ремонт, звоните в службу доверия СГК по телефону 289-01-47 и присылайте нам видео и фотографии на электронную почту.